Мы все делали правильно, но по каким-то причинам это был не испанский день. Но помимо новых талантов в составе сборной Испании есть уже и свои ветераны. Один из них — это Икер Касильяс. Касильясу совсем немного лет, но в составе сборной Испании он же действительно очень опытный. Мы должны преодолеть этот барьер, уверен Икер Касильяс. Мы еще ни разу не проходили в полуфинал, а если мы не пройдем групповой этап, то у нас в стране это будет воспринято как настоящая футбольная трагедия.